special guest. And I got there's so many interesting stories behind these guests. I can't go over all the interviews. Next is my cousin. Кушаем тут разные штучки, разные вкусные бургеры, напитки различные, очень вкусно, все здорово, классно. Сейчас самолет совершает, но не видно эту штопор. Самолет падает вниз и выполняет элемент следующего высшего пилотажа. Называется мертвая петля. Поднимается наверх, где выполняет свечку. Далее, после свечки, он падает в штопор. Покрутился. И следующий элемент высшего пилотажа. Это же мертвая петля. О май гад. Он успел у земли вырулить наверх. Прямо у самой земли. Вау. У самой воды. У самой воды. Пока самолет выполняет следующую фигуру высшего пилотажа. Сейчас он выполняет опять мертвую петлю. Крутится и выравнивает самолет у самой воды, земли, поверхности. И резкий подъем вверх. В это время у нас играет джаз. Самолет опять выполнил фигуру высшего пилотажа. Это свечка. Он падает. Нет, не падает пока что в штопор. Просто полетел прямо. Thank you.
Yes. Yes, yes. All right. Afterburner kind of thing. They go straight up and you're going to see that red hot stuff in the back. Well, that's where we come in. Yes. Secret sauce. Bob, secret sauce sounds like something. Wow. That's the best I've seen. Wow, that was incredible. So, Bren.
Поп-поп-поп. Шесть самолетов вместе. Сейчас пойдем дальше. Лодка это... острова развлечений. Да, все правильно, Анечка. Ты уже знаешь английский? Ну откуда ж тебе не знать? Бади, бот, Исланд, ты все прикольные да, слова, да? Да, да, да. Одно-ниточный или двухниточный? Это одно-ниточный шлюз. Почему ты думаешь одно-ниточный? Я... Или двухниточный это? Потому почему двухниточный? Ну откуда же я? Не буду спорить с обходчиком гидротехнических сооружений. Просто инженер. Мы сейчас пойдем в даунтаун. Красота неимоверная. Yeah, yeah.